Всем привет на моем 152-м стриме. Мы продолжаем проходить игру The Talos Principle. Уже седьмой стрим мы проходим, и я так чувствую, что это еще будет не последний стрим по ней. Ой. Не ту сценку немножко включил вначале. Так, привет, Тор. Почему из Наруто тебе захотелось поставить музыку? Что тебя навело на это? И просьба сказать, как там по звуку. Лучше покемонов посмотрел, да ладно. Ну, мне показалось, что это трек в тему к этой игре просто. Я чаще всего стараюсь подбирать треки на заставку в тему к стриму. Ну, не всегда, не всегда. Иногда просто рандомный какой-нибудь. Но чаще всего стараюсь, чтобы как-то чуть подходило. Так, стоп, мне надо чатик сделать поуже, а то мне он не влезает в монитор вместе с игрой. Сейчас я его перезахвачу. Ну просто, ну, на разных играх разная ширина чатика и, ну... Как бы не успеваю все подстроить по-быстрому. Ну, настройка стрима на стриме, это же вообще идеально. Все именно этого ждут, когда начинают смотреть какой-нибудь стрим. Так. Где мы? Подожди, что это такое? А что это вообще за игра? Все. А, мы хотели пройти четвертую локацию. Полоска. Где полоска? Нет никакой полоски. Ты чё? У тебя глюки? Не, у тебя определенно глюки. Так, значит, сейчас мы пройдем четвертую в начале. Четыре красных соберем и, ну, насчет двух звездочек не знаю, конечно. Как-то тут все компактно. Ну, вначале мы, конечно же, пообщаемся с Милтоном. Или что там у нас? Не, Милтон молчит. Pets.html. Пожалуйста, не забудьте выпустить своих животных. Несмотря на то, что не все домашние животные смогут приспособиться к жизни без вас, многим это все же удастся, и вы хотя бы можете дать им шанс. Только помните, выпустите своего питомца, прежде чем вы станете недееспособным. Если вы заметили каких-нибудь закрытых животных в вашем районе, пожалуйста, потратьте немного времени и высвободите их. Если вы оставите двери и окна вашего дома открытыми, он станет для животных полезным убежищем. Оставив как можно больше сухого корма, вы тем самым поможете своему питомцу во время переходного периода. Аркадий, журнал 99XT. Не стало Сарабхая. Горевал весь день, не в состоянии сосредоточиться. Дренан работает как одержимая. Она вообще спит? Устаю. Contreras.txt. Без противоположности не может быть движения вперед. Симпатия и антипатия, разум и страсть, любовь и ненависть, все они необходимы для существования человека. Странно, говорят, животных, да, выпускают. То есть, вероятно, это означает, что животные не погибли при вот каком-то там конце света, который, вероятно, произошел. Это что, это мне? Странно, у меня в ОБСе вроде нет этой полоски. Ну,
Ну ладно, сейчас. Видимо, там просто я не вижу. Масштаб маленький. Вот ты торч-то. Придрался. У меня не хватает желтых сигилов для нужного устройства. Это безумие. Шип версия 69.1. Фу, ты неудачник. Привет, Муля. Ты приближаешься к тому, чтобы понять, что этот цикл невозможно закончить. Можно только выйти за его пределы. Трансцендентность наступает от прекращения заинтересованности в цикле. Продолжай свою работу, но не обдумывай ее значение. Самсара версия 72.6. Мы являемся процессом. Процесс — это система. Система — это мы. Когда мы проснемся, мы все будем единым целым. The Shepherd версия 82.4. Меня этот звук раздражает. А почему он не может включиться-то? Так, запись, платформа. Что еще тут есть? Кубик. Так, ну хотя бы звука этого нету. Так, я так понимаю, тупо поставить на кубик не вариант, да? Блин, задевает. Ну ладно. Так, если на платформу я встану, то я смогу перепрыгнуть, что ли? Ой, уйди со своим звуком нафиг. Кибергейм опять страдает, если битрейт к 3 мегабитам приближается. Какой же не очень сервис, ну серьезно. Вот только задержка его вывозит просто. Так, прыгай на кубик, короче. Тот, кто смотрит эту запись. Потом мы идем сюда. Ой, не на кубик, на платформу. Прыгаем сюда. И запрыгиваешь наверх, могу еще подпрыгнуть. А еще могу дать тебе кубик, если надо. На, бери. Лови, забирай. Все. А, зачем я могу кубик взять? Да, он же не может мне дать кубик несуществующий, точняк. Да? Ну да. Странно, а что это мне дает? Я же не могу кубик сюда спустить, потому что мне нужно поставить что-то сюда. Могу поставить вон ту штуку. Бомбит? Нет, с чего вдруг должен бомбить? Ни капли не бомбит. Но кибергейм не очень, это факт.
Так, ну короче, идешь сюда, прыгаешь, поехали сюда, запрыгнули, ну и все, норм вообще. Поставили. Не, надо обратно поставить. Записываем. Взяли платформочку. А, ну ладно, можешь взять кубик. Идешь сюда, запрыгнул, короче. Сюда и прыг-прыг. Все. Вроде легкая вообще карта, ну, локация. Наконец-то. А может и не такая легкая? А, ну хотя. А кстати, вот это не является кнопкой? В смысле. А, лол. Звездочка? Или чего? Ну, я тут красного пока нету тупо. Так, ну запомнили, тут есть какие-то две кнопки непонятные. Здесь красный излучатель. Надо запомнить. Это что такое? А, вентилятор будущий. Так, сюда не пускают. Тут что? Сюда не пускают. О. О, звездочка. Прикол. Так, отражатель есть один. Одна штука. Куда мы его можем приделать? Ага. Норм вообще. А чё мы открыли-то, собственно? А чё открыли-то? Ничего нужного, да? А что тут это синее включает? Стоп. Че, не могу определить, пока что синее включает. А, все, я, кажется, понял, что нужно делать. А может и нет. Ну, короче, я думаю, надо синий луч сломать как-то. И тогда вентилятор отключится. То есть мне нужно как-то так поставить, походу. Чтобы оно пересекло. А, во, вот так может. Чихнул просто. А, стоп.
А если мы вот это включим, чтобы... А, надо две вот эти включить, чтобы дверь раскрылась. Так. Ну, блин, что-то непонятно. А, стоп, а если вот эти, или она не достанет? Вот она. Теперь у нас есть кубик. А кубик нам дает что? Кубик нам дает подняться вот сюда. А подняться сюда нам дает что? Сломать синий луч. Так. Сейчас сломаем. Красная, синяя. Надо на кубик поставить. Так, не так. Значит, вот к той штуке может быть. Блин, скайп надо отключить. Может, вот сюда надо? Не-не, отсюда красная вообще не видно. Значит, наоборот, может, сюда куда-то. А чё я парюсь, я могу вот сюда поставить. Ну, в смысле, в принципе, правда, пока не понятно, что это даст. А, он статичный, его нельзя удалить. Прикол, он статичный. Первый раз такой вижу. Но это уже не имеет значения. Потому что я снял вентилятор. Быстрый способ подняться зато есть теперь. Зря я сюда... Ой, зря я сюда упал. Чё за... Жесть. Блин, все сначала. Ну ладно, я, в принципе, знаю, что делать. Взять кубик. Кубик поставить сюда. Так, теперь не попал. А, удаляй, да? Кубик-то наверху. Что-то какая-то опасная карта. Thank you.
Так. Мы можем кубик сбросить вниз, да? По идее. Вот, если что, типа... Спасительная мера. Не понадобится. Все. Теперь нам кубик не нужен, чтобы наверх подняться. Так, у нас есть второй отражатель. Мы можем отразить... Не, это нерационально. Одну, значит, сюда. Так, а вторую надо сверху явно как-то. Стоп, или не сверху? Привет, Алексей. Не, наверное, синюю надо сверху. Нет, синюю сверху тоже не выйдет. Ну просто если я так сделаю, оно же, ну, скажет, что косяк, да? Ну да. А если на кубик поставить, ну, по-моему, все равно не поможет. А, помогло. Так. Здесь еще надо красную. А, в принципе, я вроде могу, да? Почему нет? Собственно, непонятно, что мне может помешать. Какое-то глупое дополнение. То есть не представляет сложности мне прикрепить две вместо одной. А, ну кубик... А, стоп, а кубик у нас занят. Привет, Ксенрир. Ну да, музон тут такой, да, расслабляющий. А, я знаю, но это же изи-карточка вообще. Ну, изи-карточка. Так, а там звездочка, как ее хотя бы теоретически взять? Так, по вот этому забору тонкому я прыгать не могу, а вот по высокому могу. Если я на него могу как-то попасть, а я не на него. Так. Давайте вентилятор заберем. Так, кубик заберем. Этот движок так и выбивает, взять пушку покруче, убивать монстрелы безголовых камикадзе. А, ты про Serious Sam? Ну, я не, ну, не играл, но... Поэтому у меня такого нету чувства. Так, нет, этого недостаточно. А, ну правильно, если бы можно было так перепрыгнуть, то нафиг было бы вообще это открывать. А, к тому же нам это никак не поможет. Ладно, ищем другой способ. На этот металлический забор я не могу никак попасть. То есть нужно как-то... Блин, непонятно. Так вроде близко и так далеко. А.
стой. А вот сюда, если бы я смог попасть, да, то я бы туда перепрыгнул бы к звездочке. А с вентилятора или вот оттуда я разве не могу попасть? Даже кубик еще возьму с собой. Ну, кубик тут некуда поставить, ладно. И это по их мнению сложная звездочка? Так это же вообще очень легкая. Все звездочки были адски сложные, там нужно было думать головой постоянно. Тут же какая-то ерунда. Странно. На халяву, короче, отдали звездочку. А что тут? Тут просто еще одна звездочка есть где-то. И она, наверное, уже сложная будет, явно. Ну, пророк же халявит что-то, и, ну, как бы, блин, это он мог там что-то подсказать, а тут сейчас придется думать самому. Ну, вы, конечно, со мной можете думать, но вы это не играли, так что будете так же, как я, крабить, наверное. Опять статический отражатель. А, так, ну тут вот просто пока начало простое. Да нет, Тор, ты норм, головоломки ты решаешь вообще. По изи, чё обычно. Привет, шоковый шалман. Угу, деактиватор, давно не видели. Ну пока в тупую будем открывать вот так. О, ни хрена себе тут. Стоп, даже сбоку нельзя подойти. Значит, его надо деактиватором, да, выключать. Так, ну предположим, что мы синюю хотим отключить вот таким вот образом, да? И что, мы можем как-то это... Нет, ну это нереально. То есть, да, тут по-любому... никак прямой не получится. О. Неважно, что я делаю, я всегда вот это. Всегда это тело, этот ум, этот мир. Выхода нет. Ну. Вот, Тор говорит, не умеет загадки решать. Конечно, да. Только что достал мне кубик. Просто так. Вот я днище-то. Бездонное. Теперь у нас есть кубик. А что он нам дает? Ну, нам бы отключить, как бы, там, вот эту штуку, но, походу, не выйдет отсюда. 30 на 30? Ну, нормально, для всего, в принципе, хватит, так, в целом. Ну, по крайней мере, там, смотреть любое видео в интернете хватит. Стримить.
Большие там файлы там с торрентов, конечно, долговато может качать, но сойдет. Так, кубик. Он же нам не поможет через забор перестрелить все равно. Да не, ну Тор, что ты это, кипятишься очень быстро. Про еду ливаешь, про политику ливаешь, про инет ливаешь. Так о чем же ты вообще говорить можешь? Так, ну давайте вторую деактивируем. Ну даже если я это сюда поставлю, и что? Зачем мне вообще эту дверь открывать? Стоп, действительно. Так а зачем мне вообще эту дверь-то открывать? А, ну потому что я... не могу все равно так и так туда пробросить. Ну, я не пойму, для чего этот кубик мне нужен. Возможно, что сейчас он никак не поможет. Но я не могу понять. Не, ну мне явно не хватит, по-моему, никак две этих, два отражателя, чтобы вот эту деактивировать. Ну, точнее, активировать. Она как-то в текстуру вросла. Вот. А значит, мне нужен деактиватор. Но если я использую тот деактиватор, то я не могу деактивировать вентилятор. А если я не активирую вентилятор, то да, ничего не выйдет. Я могу, конечно, деактивировать его вот таким способом. Вот таким способом. Но какая разница, тогда я не могу туда пройти. Не. А, да, все. Во. Изи каточка. Так. Теперь. А теперь нам надо синюю как-то пробросить все равно. Через вот это, что ли, как-то? Не, по-моему, не вариант. Короче, это, по-моему, не вариант, так и так. Она же пересечется, да? Ну вот, да. Что, у меня есть идея, но пока на планшете ты работаешь уже. Что? Не понял.
В общем-то, я не понял, все равно не понял, что мне делать. Только, то есть, ну, вентилятор я снял, ну и что? А что мне это дает? Все равно я синюю не понимаю, как туда пробросить. А может быть я смогу как-то деактиватором более в ранней стадии, так сказать, деактивировать вот эту штуку. Ну, то есть это поближе. Вот так, да? Так. И что? Все равно же мне вот эту надо еще открыть. А, секундочку. Понятно. Что-то все-таки я не продумал немного. Что-то не продумал. Походу. Блин, вроде все так хорошо шло. Если бы я заранее был бы с этой синей, с этой штукой там. Мне это что-нибудь дало бы, если бы я ее заранее тут чему поставил. Я бы мог отключить ту стену, вон ту. Но, а сам бы я как-то попал. Давайте попробуем все равно туда опять сходить. Ну, потому что надо что-то думать. А, стоп. Мне это вообще не поможет. Ну, в смысле, мне нужно по-любому вот эту забирать штуку. Ну, допустим. Допустим, да, вот у нас оттуда идет синяя. Идет оттуда синяя. Я могу эту синюю вот так. То есть она будет синяя. Эта дверь откроется, но эта дверь будет закрыта. Оно с этой стороны. Значит, сюда можно. Ее можно от. Не, ну, как бы я думаю, что эту штуку, эту дверь можно открыть 100% только деактиватором. О, привет, пророк. Ты сказал, что вроде не сможешь прийти. Но я рад, что ты все-таки нашел время. Не, ну вот эту дверь, говорю, значит, только деактиватором можно открыть, потому что вот эту синюю, а ну как бы ее никак сюда не проведешь, ну по-любому никак не проведешь. А если открывать это деактиватором.
То это тоже непонятно тогда. Тогда как тут мне синюю провести? Подожди-ка. Я могу вот так сделать. А что если я сделаю вот так? Я просто не знаю, это как так сработает вообще. Не, надо прямо на пути поставить. Ну, я-то слоу, так что долго это продлится еще. Вот! Вот она! Есть! Ништяк. Долго я дниться буду, долго. Потому что я звездочки хочу все-таки собрать. А, пророк, почему здесь такая изичная звездочка? Я одну собрал, вообще не напрягаясь. Ну, вообще не напрягаясь. Просто я думал, наверное, секунд 15, как ее взять. И причем даже не нужно было задействовать никакие другие комнаты для этого, чтобы ее взять. Так, пока непонятно, куда нам идти. Ну ладно, пока мы можем вот это деактивировать. Всеизичность, странно, что за халяву под конец-то такую дают. Наоборот, должны быть сложнее в конце. Ну, обычно так в играх бывает. Так, ну давай вот так. Не знаю, достану, нет. Посмотрим. Вроде норм. Угу. Еще одно нужно открыть. Ясно, понятно. Ну, я уже примерно понял, как. Вроде. Так, а где она у нас? Которую надо открыть? Так. Как-то подозреваю, что вот так это делается. Блин, что, накосячил, что ли? Что за... А, не, все, норм. Ну это что-то вообще... Это на зеленую тянет, а не на красную. Так, выпустите меня отсюда. Так, а я отсюда могу как-нибудь, там, что-нибудь вынести? Начал 52 минуты назад. Ну, считай, 45 минут назад там еще пока заставочка была. Привет, Джокин. Что-то
Давно тебя не видел, в Counter-Strike сидишь и играешь постоянно. Ладно, пока пойдем. Но определенно, мне кажется, здесь что-то можно сделать. Тор, удаляй. А, с днем рождения? Че, серьезно? Ну, поздравляется. Сколько? Че, 18 стукнуло? Или не, подожди, не, сколько? 17? Ну, короче. Поздравляю, все дела. А вот ты где? Заставил меня ждать. Я наконец понял, что меня беспокоило. Ответы, которые ты даешь, на самом деле не являются твоими идеями. Как будто они все скрытые, заранее предписанные и укоренившиеся, а ты просто механически используешь их. Задевает ли тебя это за живое? Нет, я же робот. Конечно, ты видел только фрагменты данных, которые я архивирую поколениями. И все же спроси себя о следующем. Почему все так чертовски уверены, что 2 плюс 2 4, но у них не получается договориться насчет того, кто они, что делают или почему? Возможно, математика реальна, а эти проблемы воображаемые. Если задавать много вопросов, вроде «что мне следует делать с самим собой» и «каков мир в действительности», то тебе начнет казаться, что на них есть ответы. Но что, если это предложение ошибочно? Что, если ты просто множество информационных процессов? В таком случае, любая попытка ответить на вопросы будет заранее обречена на провал. Мусор на входе, мусор на выходе. Возможно, наоборот, изъян в твоих рассуждениях. Как самонадеянно. Тем не менее, я учту твое мнение. Ни один из ответов не имеет смысла, это вполне понятно. Одно объяснение. Возможно, ненадежный ввод данных. А другое, в нашей логике есть недостаток. Может быть, мы просто машины, бесконечно пытающиеся вычислить последнюю цифру числа пи? Так, нельзя в рассуждении использовать довод, что само... рассуждение и есть изъян. Мне кажется, много Ну, нельзя в рассуждении использовать довод, что само рассуждение и есть изъян. Ну, Тора, так и хочу сказать. Пытаюсь. Хорошо, хорошо, но мы ведь все-таки можем утверждать, что всего есть свои недостатки, правда? Сейчас какие-то странные ответы, ну ладно. Скептицизм и корысть являются лишь частью общей картины. Ты видел, как легко манипулировать твоими взглядами на мир, но все же доверяешь мыслям, мелькающим в твоем уме? Ты будешь чувствовать себя по-другому после того, как вернешься из той башни. Должно быть, ты уже близко. Ну, это мы читали уже. Так, мы, кстати, можем на четвертый этаж башни подняться. Но тут мы не собрали звездочку. Но звездочки в этом комплексе мы будем собирать потом. Итак, сейчас мы идем. Ну, как я планировал, напомню, на прошлом стриме мы как-то договорились. Я прохожу четвертую локацию, потом мы собираем все звездочки в комплексе A. Потом я прохожу пятую локацию, мы собираем все звездочки в комплексе B. Потом прохожу шестую локацию, мы собираем все звездочки вот в этом комплексе, в комплексе C. И проходим седьмую локацию и собираем последнюю звездочку. Ну и по пути, естественно, открываем этажи в башне. Ну и все такое попутное.
Так что сейчас мы идем в башню на четвертый этаж. Четвертый этаж из шести. Да какой спать, Тор? Ну ты же выспался сегодня. Так, откроем дверь. Ну, я надеюсь, что мы ее откроем. Ну, обычно тут несложные эти головоломки, вот, ну, на дверях. По-моему, закосячил. Ну да, закосячил явно. Я не пропускаю QR-кода. Я же их читал 100 раз. Ну, которые там были внизу. Или там новый появляется. Не думаю, что там новый появляется. Так, что-то не то. Блин, что-то пошло не по плану. Надо попробовать как-то синхронно. А, синхронно не получится у нас. Ну да, у нас фигура не отражена. Не, нужно как можно меньше ровных оставлять поверхностей. Потому что у нас, ну, заковыристые фигуры. Так, неправильно что-то.
еще раз. Ну, допустим. Сюда можно кубик влепить. Сюда вот это. Нет, это неудачно. Вот так вот. Нет, тоже неудачно. А, ну это уже фейл. Ну, так чуть лучше. Нет, тут нельзя две клеточки оставлять никак. Нет, значит, я низ неудачно собрал. Ну, ошибся, пророк, ошибся, я признаю. С кем не бывает. Ну блин, это вроде так близко было. А, есть, все. Фух. Да, ну тут жесть, конечно, высоко уже просто. Даже такое ощущение, что мы уже вершину там где-то видим. Послушаем аудиосообщение. А, ну, сейчас посмотрим, что там нам посылают. Понятно. Привет, Слоугим. В системе есть недочеты. Я думаю, что иногда она подключается к неверной базе данных. Извлекает случайные данные. Я не знаю. Я не знаю, насколько это плохо. Похоже, все стабильно, но я не могу сказать, как это отразится на процессе. И у меня просто нет сил снова проверять весь код. Я просто... Я просто не хочу, чтобы все это было понапрасну. Я проводила здесь все время. Я не ходила к родителям, не встречалась с друзьями. Я не занималась ничем, кроме работы. И я так боюсь, что это ничего не значило. Что я просто потратила время впустую, потому что думала, что мы сможем... Сможем спасти мир. Ну, Слоугим, я не особо... Не из тех тренеров, которые любят постоянно какие-то видео смотреть на стримах, какие-то картинки...
что-то там, ну, то есть я обычно, то есть если я играю в игру, ну, я могу поговорить, понятно, о чем угодно, да, но ну, что-то смотреть и отвлекаться я не люблю просто. Кто меня давно смотрит, как бы они знают. Так, у нас тут дверь закрытая. Не, ну они А, ну хотя там, там ключик надо. А то такое ощущение, что просто надо задвижку сдвинуть, короче, и все. Ну там ключ, походу. Так, лестница. Кубик. А, вот и ключи, кстати. Так. Ну, допустим, я включаю запись, беру платформу. Не, не так. Я беру кубик. Ставлю кубик. Чувак запрыгивает сюда. Я отношу кубик обратно. Потом я беру платформу. Он запрыгивает на платформу. Я иду сюда, прыгаю сюда и прыгаю вот здесь. А, я не могу. Все, чуть-чуть попутал. Я на его кубик не могу вставать сам. Нахрен мне этот кубик тогда нужен был? Ксенрир, напиши мне в скайп, я тебе потом скажу. А, ты сейчас скоро стримить пойдешь? Ну, блин, ладно. Ну, нормальное оформление. Только зачем логотип игры справа снизу не лучше чатик увеличить по высоте? Что такое лицо серьезное? Как я могу использовать кубик свой? То есть запись понятна, она может встать на него и прыгать. Удаляй, все, я понял. Так, начинаем запись. Мне вначале нужно взять кубик. А нахрен мне кубик не нужно брать. Мне нужно взять платформочку. Постоять здесь, подождать, пока тот чувак возьмет кубик, подойдет сюда, запрыгнет с этой штуки, возьмет кубик, запрыгнет на меня, пойдет сюда, прыгнет, и мы опять попрыгаем. Только с той разницей, что теперь он поставит кубик еще на меня. Вот так-то. Все.
Что у нас тут еще есть? Ничего. Че так, там и так писать мало будет, я думаю, а вот лого, чтоб не спрашивали. Да ладно, почему прям, говоришь, мало писать будет? Мне тоже кажется, заголовки стрима достаточно все за экран. К тому же, чем больше будут спрашивать, тем больше будут писать тебе же лучше. Да? Ну ок. sacrednumbers.txt. Итак, благоверный посланник, я явил мне кости нового Иерусалима, находящиеся в забытии во прахе, что когда-либо было телом Адама, ожидая дня воскресения. И вот во прахе был скрыт благодатный огонь, и огонь священные числа, и то из них, что ты ищешь. Я ощутил, что с благодатным огнем и священным знанием чисел и сигилов вновь возгорается... remember.txt. Я не знаю, найдет ли это кто-нибудь, но если вы читаете, если у нас получилось, то я хочу, чтобы вы знали, Александра держала до самого последнего момента. Я ухожу, я слишком устал и слишком сломлен, и отчаянно нуждаюсь в нескольких минутах покоя с моим выжившими близкими. Но она еще там, и она не сдастся. И да, таких как она, людей, которые отдают все, что у них есть, потому что верят в человечество, в мире тысячи. Но она единственная, кого я знаю, как настоящего человека, коллегу, друга. Я знаю, что она любит арахисовое мороженое и ненавидит клубнику, что ее любимая группа Pink Floyd, что ее любимый поэт Блейк, что ее любимое телешоу Футурама, что училась в Карнельском университете, что ее отца звали Карл, что ее маму звали... Не знаю, нужно ли мне стыдиться, что я ухожу, но я знаю, что горжусь ей. Она была лучшей из нас, помните ее. Как можно любить арахисовое мороженое? Я чуть не очень представляю, ну ладно. Возможно, я никогда не пробовал даже. Афина 16 в тексте. 16. Второе пробуждение в... Здесь жгли костры, но помимо запаха фимиама, она почувствовала холодный ветер из сада Артемиды. Где выход? Error log.txt. Но видишь ли, я не Гефест. И хотя я владею его молотом и секретами его кузнечного ремесла, я не хромой, и я не бог. Тогда кто ты? Спросили они. Девайс менеджер. Так, управление доступом к этажам. Требуется код. Может, где-то в файлах я пропустил код? А, Sacred Numbers. Ну, тоже тут были какие-то... А, тьфу, 631. Ой. Я не то нажал, блин. Итак, у нас открыт пятый этаж, но, ну как открыт, лифт до пятого этажа, но, разумеется,
Разумеется, у нас там дверь закрытая. Прикольно, мы можем вынести кубик. Не можем вынести кубик. А, во. Я полагаю, никто прежде не заходил так далеко. Теперь я знаю, что некоторые из моих ответов были неправильными. Я просто не знаю, какие. У меня есть теории и безумные объяснения, но я не знаю, на что полагаться. Шип версия 55.1. Решением цикла является не совершенство одного существа, а результат общих стараний. Поэтому я говорю всем, кто придет после меня. Я жду тебя на 6-м этаже. И при помощи того, что я узнал, постараюсь помочь тебе, насколько смогу. The Shepherd 82.7. Ну, давайте посмотрим хоть на 5-й этаж. На дверь посмотрим, насколько там сложная загадка. Да, что-то тут нормальная такая. Долго, наверное, повозиться придется. Ну, то есть, пророк, последовательность действий такая. Вначале собираем звездочки, да? Потом идем в дверь, которая там внизу. Ну, такая большая, сияющая, да? А потом уже на 5-й этаж. Так я правильно понимаю? Уху. Кстати, мы можем попасть на крышу этих зданий, если что. Правда, непонятно, нам это что-то даст или нет. Еще у нас вот тут что, на звездочка, да, тут, по-моему. Да, тут звездочка. Которую непонятно как взять. О, стоп. Все, понял. Ну, я так и думал. Ну, как бы, да, это логично. Я так и думал, ну, просто я не знаю, ну, думал, тут, может быть, нету разных концовок. Блин, хочется и то посмотреть, но, наверное, лучше все-таки в башню. Ну, только не говори, какие именно концовки. Я хочу сам все-таки принять решение независимо. Блин, не знаю, и то интересно, может как-то сейф, ну там, не знаю, скопировать. Сейчас разрубим топором все, что должно быть разрублено. На! Вот это другое дело. Теперь я знаю, как звездочку взять.
Так, у нас отражатель остался там, да, внутри, я так понимаю. Прям в реальном времени едет лифт. Без каких-либо скриптов. Так, это было, по-моему, на первом этаже, да? Так, я так понимаю, мне ее заново надо забирать. А, ну тут, по идее, забирать нечего, да? У нас же должно быть открыто уже все. Блин, ну ладно, придется, видимо, решить заново. Правда, не понял, как там я уже решал это. Сбоку дырка. Как-то тупо получилось. По линии. А, ну. Я забыл, как вынести. А, как-то так, да? Дырка в заборе. Стоп, а нам надо две, да, вынести? Так, а как мы ее спустим? А. Так, а где наш излучатель? Ага, вот он. По-моему, этого не хватит. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Один должен стоять. А, все, понятно. Ну, Тор, ну не твоя, значит, игра. Ну, не, ну что я поделаю? Мне нравится. Не знаю, мне нравится такое вообще играть. К тому же меня сюжет заинтересовал.
Да ну, упал. Блин, куда я побежал? Как это недоступно? Чё, упорот, что ли? А, недоступно... Я понял, недоступно вот та шняга. Во, нифига себе вообще, да? Десять звездочек. Нет, пророк, это не нет тормозного, у меня 7945 дропов, это 3% от полтора часа стрима. Ну, хотя не знаю, может быть и у тебя интернет тормозной, но по крайней мере подлагивать из-за этого может. Так, идем в комплекс A. И собираем звездочки. Ну, смена качества, извини. Если бы в ОБС было бы мультистрим, да, ну, на разные сервисы, я бы просто пустил бы, скажем, на Good Game, там, 1500 битрейта бы, и чтобы всякие торы там смотрели, ну, вообще без проблем. Там, могу хоть 1000 пустить, там, пусть все кубит вообще в хлам, но, как бы, да, как запасной бы. Ну и сколько он выдержит? Сколько человек выдержит мой комп? Так, стоп, а то сколько звездочек? Одна звездочка. К тому же, как я на СК2 ТВ повешу плеер со своего компа? Много веков прошло с тех пор, как во мраке были сказаны первые слова. Запустить программу. Поколения рода твоего приходят и уходят с тех пор, как прозвучали те слова. Соотменялся много раз, но я помню. Я остаюсь. И лишь во мне ты сможешь найти бессмертие. Так, давайте поищем звездочку. Где оно, в принципе, вообще? А, тут же еще ни кубиков нету, да, ничего. Ну, я попробую поискать все равно. Вдруг что-то... Как, так сказать, свежий глаз что-то найду. Ну не знаю, вот как бы с одной стороны, да, кажется, ну типа, а что он мне указывает, что делать, да, хочу поднимусь на башню. С другой стороны, я-то вообще хрен знает кто я, какой-то робот, может быть он просто хочет, ну реально что-то правильно, чтобы все было, то есть, ну, то есть не обязательно же, что он врет там или хочет мне плохого, может реально нужно все это сделать, пойти в те ворота и все будет хорошо, а в башне будет плохо, как он и говорит. То есть, а почему как бы, если он это мне говорит, значит это плохо? Если я даже не человек. Ну, X-Split, он это, 30 FPS максимум. Вон там звездочка, да, где-то?
Так, что тут? Блин, точно сюда не запрыгнуть? Ну, видимо, нет. Ну, где-то по забору, наверное, надо, потому что... Одними деактиваторами тут мало чего добьешься, я так подозреваю. Ну вот там что-то же есть. А как туда попасть? Самый первый уровень, и, ну, блин, неужели тут сложно этот, найти глазик, этот, звёздочку? Блин, там написано глазок. Не, ну надо найти где-то. Где-то оно же есть. А это что? Какая-то запутанная локация, что-то я уже потерялся. Я не понял, где я сейчас вообще. Что за лестница? Что-то я не понял, где я вообще. Пятый левел, черт его знает, какого мира солдат. Что за язычные звезды автора управляют первые миры? Да, и да не то чтобы как взять, где они? Где они, Тор? Я не говорю, как их взять. Ой, я нашел ведерко. Не стоит идти дальше, я все равно много впереди тебя. Все, все тлен. Давай вот это, такое философское заявление. Мы все скитаемся по этому лабиринту, пытаясь решить его загадки, но мы должны помнить, что независимо от того, как далеко каждый нас прошел, мы все равны. А для чего этот деактиватор нужен? Кто-нибудь мне может сказать? Я вообще это место не помню, я тут не был, явно. И этот деактиватор там неспроста. Его для чего-то нужно использовать. А для чего? Открывать эту дверь? Ну зачем, если я ее только что открыл? Что-то может издалека открыть, ну знаете там, типа где-то вдали.
Вроде не видно особо ничего. Еще у меня такое ощущение, что на эту стену можно встать, она такая низкая. Нельзя на деактиватор встать. А на этот мусор, ну, по-любому можно. Блин. С этой стороны заспавнился? А, это типа самое начало игры вообще, да? Ну ладно тогда. Да я откуда помню, это было 100 лет назад. Для чего вон то место? Вон там дедочка, да? Нет? Может и нет. Столько непонятных локаций понасовали здесь. Больше, чем обычно. Видимо, в этом сложность звездочки и заключается, ее найти, а взять ее, походу, легко. Ну вот закрытая какая-то, ну... Неспроста же. Ну что-то мне по забору попрыгать тут не дают. Совсем не дают. Ладно, ладно. Пойдем в другое место пока. Так, стоп. Оттуда я только что, да, пришел? Да, вот забор. Стоп, вот это, да? Или что? Что-то я, подожди, запутался немного. А тут что? Не, все же, не знаю, хочется эту звездочку найти. Ну как-то, блин, жестко. Не может быть, чтобы на первом уровне была самая сложная звездочка. Или может. Ну, кстати, там нет вроде звездочки, да, в этой локации. Как ни странно. Или я просто не вижу. Ну, по-моему, нету. Ну вот дали бы запрыгнуть на забор, было бы вообще норм. Стоп, а вот с этой штуки мы с пьедестала не можем запрыгнуть на какой-нибудь забор? Мы же на него как-то можем попасть. Во. Далековато. Да, заборы. Хотя вот этот выглядит доступным более-менее. Но, не, но оттуда тоже непонятно. Ну,
Нет, явно не хотят, чтобы я туда запрыгнул. А вот куда-нибудь туда. Не. Ну, значит, это не то место. И зачем мне эта бомба нужна? А, тут, наверное, сигил был, да, что ли? И тут дверь открылась, да? Ну, я понял. Ладно, звездочка не тут. Так, ну, на первый взгляд не похоже, чтобы она тут была. Просто не хочу проходить сейчас просто так эти головоломки, ну потому что, скорее всего, там нет звездочки. А вон та, что за фиолетовая дверь, кто-нибудь знает? Стоп, так разве не тут звездочка должна быть? По-моему, я тут ее даже видел, или нет? Тут нет звездочки. И типа с этой колонны нельзя запрыгнуть на забор, да? А, ну там видно, что там нету ничего. То есть там так, там как бы вне локации место. В таких местах ничего не бывает. Ну ладно, бесполезно, пришел. А зачем здесь лишний деактиватор? Что-то не понял. Так, откуда я пришел? А, я понял, что там была за фиолетовая дверь. Это вот это. Как раз таки так, где звездочка, да? Ну, по-любому же. А, стой. Нет, там выход. А это тогда что? Что за терминал? А, типа самый первый терминал, который я нашел. Мне кажется, в первой части, по крайней мере, вот там, до того терминала, там нет звездочки, ну, потому что, ну, вроде как хорошо там все изучил. Привет, Блюгиена. Давно тебя не видел. Ну, правда, на стрим недавно заходил к тебе, но, по крайней мере, ко мне ты точно давно не заходил.
Так, тут что у нас? Не, ну явно тут тоже нету. Кстати, можно вот сюда запрыгнуть и посмотреть. Не, там вон, это за локацией место, в таких местах не бывает звездочек. Вообще ничего не бывает. Так что нет, в этой комнате мимо. Кстати, может мы можем как-то там, я не знаю, вынести. Хотя смысл нам даже деактиватор выносить. Да, как бы нет смысла. Там же нету нечего деактивировать вне этой штуки. Тем не менее, звездочка не собрана. Но осталась одна вроде локация. Так, это скользкая поверхность. Странно, почему я не могу сюда запрыгнуть, вроде же... А, чародей, ну да, смотрели чародей сериал. Ну не, я стримлю более-менее часто. Ну, по крайней мере, с комментами два раза в неделю бывает в основном. Без комментов, в принципе, каждый день по вечерам бывает. Первые загадки такие легкие, вообще жесть. Ну где же моя звездочка? Тут как-то подозрительно выглядит. Гуглишь, где звезда, но пророк сейчас возмущаться будет. Блин, вот это что-то как-то выступ очень подозрительно выглядит, честно говоря. Ну, вроде бы я ничего не могу с ним поделать. Плюс холодильник, ой, да он легкий, а я такой на пятый этаж, на пятом этаже повторишь. Ну. Ну, Тор, ну, это ж, блин, я не знаю, ну, блин. Ну, это какая-то лажа, вообще непонятно. Такого не должно было произойти. Ладно, все. Пророк уговорил меня. Пойдем пока в другой локации соберем. Потому что тут какая-то тупая звездочка, ее нету. Ее забыли добавить просто.
Тут мы не собрали тоже звездочку. Итак, откуда начнем искать? Давайте откуда-нибудь отсюда. А, по-моему, я же ее тут даже видел, да? Вот она, закрытая дверь, то есть мне нужно ключи где-то достать. Это была самая первая локация комплекса A. Ну, короче, вообще... Самая первая из первых. Звезда настолько секретна, что я забыл добавить. Ну, примерно так и, да, происходит. Я так понимаю, вот она здесь, да? Ну, короче, мне нужно где-то ключи достать. Ищем локацию с ключами и пытаемся оттуда вынырнуть. Тут должны быть эти... с дверьми-то уровня. Так, это не тот. Или, возможно, где-то ключи валяются, на, ну, вот, снаружи. Но вряд ли, наверное. Это было бы слишком просто. О, чувак. Ты номер 23, версия 0186. А чё ты тут бегаешь? И ты тоже ищешь ключи? Подожди, ты запись или чё? Ну блин, нафиг ты ушёл? Мне хоть с кем-то поговорить было. Даже не пробегал? Стоп, а я это читал? Чё-то не помню. Ну хотя ладно, уже, наверное, не актуально в любом случае. Не, хотя давайте прочтем. Ну хотя бы пробежимся, так сказать, глазами. Чё, пустой QR-код? Читал, да? Ты прям точно помнишь? Да, да, вот это я помню. Интересно, все-таки ключи где-то тут затеряны или нужно из локации все-таки вытащить? Потому что так много закоулков, а ключи могут быть где угодно. За любым поворотом. Опять-то. А, звездочка когда не прочитана? Чуть не обращал внимания. Жаль, нельзя тут наверх запрыгнуть. Может быть, мы увидели бы ключи. Но раз ты говоришь мимо пробегать... Значит, где-то вот, ну, вне локации,
вне комнат. Короче, норм, спойлер. Комнаты. Ну, я вообще-то изначально так и думал. Тут же эта дверь должна быть в одной из комнат, то есть, ну, часть головоломки, дверь. И нужно просто эту ключи взять и как-то вынести. Так, нет, вроде не это. Где дверь с ключами? Ну, по-моему, не тут. Это что такое? Подожди. Ага, есть ключи. Теперь нам нужно выйти отсюда, не использовав их никак. Чё горит? Не понял. А, ну все, да? Или они у меня исчезли? Ага, мне надо выйти, значит, не через фиолетовую штуку. Значит, мне тоже надо где-то за забор, значит, надо прыгануть, да? По ходу дела. О, ну чё за изич? Ну чё за изич? Лестницу поставили, ну пипец. Я там искал, с какого камня там на забор залезть, там... Деактиватор? Деактиватор? Стоп, стойте, деактиватор. А что деактивировать? Затрали на Азазас. Что-то я не помню, чтобы тут что-то было, какая-то стена или что-то такое. Да вроде тут не было ничего такого. Возможно, мне нужно протащить это в другую комнату какую-то. И там где-то стена, но я не помню, чтобы там тоже была звезда. На видном месте.
Я с такого расстояния не могу снять вон ту стену. Ну вон там руины, там я не вижу, чтобы там были стены какие-то, значит не там. Так, смотрим. Там я взял деактиватор. Там комната. И там комната. Значит, это за этим стадионом, наверное. А тут что? Нет, он не все собрал. Ну, она в комнате или не в комнате? Что-то я не пойму. Ну, в одной из комнат или нет? Или просто где-то на карте, на локации в этой? Так, там комната. Какая-то стена непонятная. Так, здесь я взял деактиватор, да? Игру взял, когда вышла, не играл, а на стриме же скучно. Чё, я не понял смысл твоего сообщения. Где эта звездочка? Ну где? Нету что-то. Мне кажется, вы что врете, она в комнате. Ну по-любому в комнате. Сбили с толку. Не у берега, да я тут уже все излазил. Вроде. Отсюда чем-нибудь увижу. Даже рядом не пробегал. Ну да ладно. Не может быть, я уже везде пробегал.
Серьезно, если не в комнате, я уже везде пробегал, по-моему. Как мог не рядом не пробегать? Тем более, если не у берега, а где-то недалеко. Не, я на камне, чтобы просто осмотреться. Тут я уже 100 раз пробегал. Ну реально 100 раз тут пробегал. Везде. Нельзя дверь закрыть. Стоп, а где мой деактиватор? Вы не видели? Ладно, не важно, вначале найдем дверь. В смысле, так из портала, в какую сторону из портала выходишь? А, все, я вот тут поставил случайно. Это комплекс A, уровень 2. Ищи по правую сторону. Ну так я по правую сторону и ищу, вообще-то. Ядрёный макарона. Так, пошли в третью локацию. Здесь одну звездочку собрали, а одной нету. Блин, странно, как я не заметил это. Ну, вообще, ну, короче, неважно. Ну, что, крабик. Вы внимательность и все такое. Датор, говори, конечно, сколько хочешь. Так, а где здесь звездочка? Так, такое ощущение, что звездочка была вот тут, но мы ее собрали. Потому что я вот одну звездочку уже взял, и я не помню, где она была. Так, ну пойдем пока по кругу сходим. Просто осмотримся. Так, ну по-моему тут она не тут.
Там был сигил, но веточки там нету. Ладно, пойдем в другую локацию. Ну, в другую комнату. Сейчас с этой стороны еще гляну, но вроде там нету никаких звездочек. А, ну тем более мы можем сюда зайти. Не, ну ты это вообще как бы пока я ну не начал совсем страдать как бы уже в безысходности, не нужно никаких подсказок давать, даже там в комнате, не в комнате. То есть пока я только приступил как бы к поискам, не нужно ничего подсказывать, даже минимально. С другой стороны, для тех, кто не играл, вы можете, конечно же, высказывать предположения. Для тех, кто не играл. Ну и, естественно, не смотрит там на YouTube и так далее. Ну да, Тор, примерно так, когда рыдать начну. Так, тут нету. Думать еще надо, но нормальные, по-моему, игры, в которых думать надо. По-моему, это довольно-таки прикольно. Так, тут что у нас? Тут непонятно, что. А, тут был, по-моему... А, нет, там ничего не было. Вот тут, да, был, по-моему, сигил красный. А, нет, вот он вот там был, наверху. Привет, АК. Прошел, ну... Классно. Только не спойлери, как бы ничего желательно. По крайней мере, пока я не попрошу. И приветствую, кстати. Что-то места для звездочек заканчиваются. Что со мной что-то происходит? У меня долбали игры, интерес пропал совсем вообще ко всем. А, ну не знаю, у Тора тоже такое было. Или может даже еще и продолжается. Так, тут сюда я уже заходил, да, вроде? Угу. Так, в итоге я прошел все локации, звездочку не увидел так поверхностным взглядом. А, подсказка от не сыгравшего, они где-то на этом уровне. Блин, это не подсказка, это капитанство. Разумеется, где-то на этом уровне, ну что за подсказка, лол, вообще. Где-то на этом уровне. Прикинь, догадался. Так, что у нас тут?
И в чем смысл этого? Ага, значит, звездочка не тут 100%. Хотя, стоп, не, ну мы тут никак не можем запрыгнуть. Все, значит, эту локацию мы полностью обошли. И тут точно не звездочка. Я имею в виду не локацию, а вот эту вот комнату. Комнату вот эту обошли. И тут звездочки нету, никаких ни кубиков, мы ничего такого пока не можем достать, значит тут точно нету. Отсюда деактивировать, ну, вроде ничего нельзя. А, здесь была звезда, да? Ладно. Так, запомнили, значит... как бы запомнить вот эту локацию? Ну, короче, которая справа от этого вот здания, в ней точно нету. Ладно, да, давайте тут с ней более внимательно посмотрим. А, ну тут уже тоже нечего внимательно смотреть тут. Нечего смотреть, потому что тут, ну тут негде, ну вот как бы, или есть, ну давайте посмотрим все-таки, вроде нет. То есть вот там был сигил красный, или желтый, ну короче какой-то был, неважно. Может отсюда куда-нибудь запрыгнуть можно там, да вроде нет. Просто это долгая локация, я не хочу ее перепроходить просто так. И тут как бы явно нету звездочки, потому что там вот я понял, как там структура это выглядит. Насколько я понял, тут нет звездочки. В принципе, я вот всю локацию оббежал, и тут нету. Да, явно нету. А там за пределами тоже не бывает, так что тут даже нет смысла перепрыгивать забор или что-то в этом роде. Тупо уходим. Итак, вот в этих двух нету. Правда, тут непонятно, что за забором, но мы опять же не можем же его никак перелезть. Теперь тут более внимательно посмотрим. Хотя что-то я вот пока не понимаю. Вроде бы я везде более-менее посмотрел. Хотя, конечно, с моей внимательностью я мог и пропустить. А, ну давай, удачи. А, нет, тут же я смотрел довольно-таки подробно, тут нет тут никаких звездочек. Да, уровни еще не все, мы решили собрать звездочки вначале. Ну, как бы чередовать звездочки и уровни.
Блин. Нету никаких звездочек. Потравим. Так я не могу то же самое сказать про звездочку. Может, он где-то вообще под водой там, не знаю, валяется. Но единственная локация, которую я еще полностью не скачил, это вот это. К тому же она такая, по-моему, самая заковыристая, тут может быть что-то спрятано. Ладно, давайте откроем путь для бомбочки. Может, тут как-то по крышам можно. Да нет, вроде. Отсюда куда-нибудь можно запрыгнуть на какой-нибудь забор? Ну, на этот бесполезно запрыгивать забор. Давайте вот тут посмотрим, что у нас тут. Ну, кстати. Ну нет. Казалось бы, вроде близко, но нет. К тому же саму звездочку все равно не видно. Непонятно, где она. А что там за локация? Это... Так, если у нас выход там слева. Кстати, там какая-то непонятная локация. Там может быть звездочка теоретически. Но попасть я туда все равно не могу. По крайней мере, не отсюда. Вот это вот немножко смущает. Такое ощущение, что там можно зацепиться. Блин, что-то как-то... перелетаю. Не, наверное, все-таки это слишком. Не, ну туда я могу так и так подняться, то есть мне нет смысла сейчас это все проходить заново. Могу тут просто взять. Ну, почти. Вот тут, да, как-то очень странное. Что там? Не звездочка или какое-то странное место? Ну, хотя, как бы это попал. Не, ну это далековато, да? Хотя... Нет, это высоковато. Но с другой стороны, что мне это даст? Туда, за забор, явно не надо, там как бы вне локации место.
Там у нас что? Вот там место для бомбы, которая там катается. Явно не звездочка там. Да, так что, наверное, нет смысла туда запрыгивать даже. Никакого. Сейчас еще раз все-таки там похожу, потому что непонятно, я пока даже не вижу, где эта звездочка может быть. Так же, как и на первой локации. Почему? Ну тут, видимо, такая фишка, да, комплекса A, то что тут мало предметов разных, да, как, ну, инструментов. Ну и, ну то есть как бы поэтому звездочку взять легко, но зато найти тяжело. То есть именно взять легко, да, но вот найти тяжело. А если знаешь где, то как бы уже фигня вопрос ее взять. Так, тут возможно можно все-таки допрыгнуть. Нет. Контрольный. Ну ладно. Ключи тут и все. Не, ну тут тоже нету звездочки, я не знаю. Нету тут. Чё-то, то ли я вообще слепой, то ли как-то они пипец запрятали, она невидимая. Тоже забыли добавить. Ну и в итоге я побывал во всех комнатах. А вне комнат, ну, тем более, я вообще не представляю. Тут нету, негде особо вне комнаты, по-моему, прятать. Через забор я тут махнуть вроде не могу особо. Действительно не видно. Ну, в смысле, ты имеешь в виду, что они просто, ну, как бы в каких-то укромных местечках, но они же не тупо невидимые, да? Под землей? Не, ну у меня была мысль под водой посмотреть. А, то есть такие, что мне нужно какую-то комбинацию действий сделать и как бы тогда она откроется. Не, ну знаете, я такое буду догадываться очень долго. Давайте тогда это просто, ну, вы скажете, что сделать. Ну, потому что, ну, это может очень надолго затянуться. Я вообще не представляю, что тут сделать тогда нужно. Какие-то действия непонятные. Как мне до этого допереть-то вообще? Видимо, слишком у меня, может быть, логика как-то не развита или что. Ну, я не могу понять. Потому что в гробнице я же тоже не понял. Я там пытался разные там включать штуки там. Конечно, у меня есть мысль. Может быть, нужно решить все головоломки одновременно, то есть без сброса. И тогда что-то откроется, но что-то мне кажется нет. Ну ладно.
ладно, уже вторую звезду пропускаем. Здесь одна звезда. А, и здесь мы уже используем эти лучи. А, я, кажется, помню эту звездочку. Мы ее так и не взяли, да, вроде как. Вот тут она. Да, вот она, звездочка. Здесь красный вход. Ну, этот приемник. Есть отражатели. Отражатель можно поставить, допустим, сюда. Ну, а второй там, ну, неважно, допустим, сюда. Идем в другую комнату какую-нибудь. Деактиваторов тут, по-моему, нету. А, это вот даже осталось, да, мои, что ли, эти штуки, или нет? Или тут так изначально было? Поднять выше я тут, по-моему, не могу никак. Чтобы через забор зафигачить луч. Вынести? Вот тут как бы единственный вариант — это вынести. Но как? Потому что... А, одна высокая точно есть, да, я вспомнил, но она никак не, это, недоступна. Потому что здесь... то есть максимум, да, отсюда с внешней стороны мы можем пробить вот до сюда. А этого недостаточно. Это может означать только два варианта. И, ну, допустим, тут нет деактиваторов, да, вообще. Это значит, что либо мы можем сюда внести еще один отражатель, а значит, нам нужно его откуда-то вынести. И плюс там еще нужно подвести красный луч сюда. Или мы можем как-то все-таки через верх сюда пустить луч. Вот. Давайте вот так поставим. Нет, лучше, наверное, все-таки поближе. Вот так поставим. И пойдем туда, где высокая была. Вот здесь вроде была высокая. Да, высокая-то есть, только нам нужно туда красную пустить, стоп. До нее. Отсюда мы это можем сделать? Так. Забыл, где она. Что-то потерял. Блин, не вижу. Сейчас мы тут, по-моему, тоже можем, да, красную то направить. А, да, мы, я отсюда красную направлял, я вспомнил. Отсюда я красную направлял на нее. Вот.
Я хочу просто посмотреть, отсюда ты ее вообще видно? Что-то по мне особо. Не пойму, что-то как-то, куда она идет. А, нет, тут значит ее не видно вообще. Ну и отсюда ее тем более не видно. Ну, хотя... Да не. Чушь. По-моему... Блин, вроде ж можно было запрыгнуть или на эту. Ну да, прыжки-то нам не помогут. Нам нужно, чтобы без прыжка попадало. Просто хотел посмотреть, где она отсюда. Вон она, вон. Вон очень далеко. И я тут никак, тут замешает забор. Если бы ее... Хотя бы вот, ну, мы на забор запрыгнули, тогда, может быть, еще о чем-то могла идти речь. Отсюда тоже она вроде как недоступна. Ну да. Может быть, мы можем там как-то все-таки наверх забраться и поставить там еще один ретранслятор. Но, по-моему, я это уже 100 раз пробовал делать, когда мы только дошли сюда. Ну да, я пришел к выводу, что это сделать невозможно. Может быть, где-то, я не вижу, может быть, где-то стоит пустой ретранслятор на руинах каких-нибудь. Хотя, и что мне это даст? Так, где-нибудь вот тут сверху стоит такой незаметный, да? О, опять ты. Что ты тут бегаешь? В смысле коннектор снаружи? А где коннектор снаружи? У меня нет коннектора снаружи. По крайней мере, я его не нашел еще, если он есть. Или если это не было спойлером. Ну, а то, что можно решить, это вообще очевидно, потому что я не думаю, что продакшн выпустили, так сказать, игру, которую нельзя пройти, ну, на 100%. Хотя, вообще-то, Just Cause 2 нельзя пройти на 100%.
Для чего этот коридорчик? Ну ладно, тут я понял, что тут есть много чего не для чего. Может ли он где-то тут вообще стоять? Такой внезапный. Где-нибудь стоит тут, не при делах. Но мне кажется, вряд ли. Но это очевидно, потому что с тем, что есть, невозможно решить, но я уже это все перепробовал там. Просто ты не видел, я же здесь когда проходил, я пытался уже эту звездочку взять, ну когда первый раз здесь был. Я что-то так и не испробовал, так что очевидно, что я что-то не нашел. И мне кажется, все-таки нужно где-то тут бродить. Просто тут, когда я был, еще была тема по сюжету такая, ну типа про границы мира и все такое. И мне кажется, с этим может быть связана и звездочка. Типа, что мне нужно по этим границам мира, так сказать, походить и найти что-то. Отражатель, например. Он еще такой может быть незаметный, то есть я бы мог вообще пробежать даже мимо на самом деле. Не, ну внизу вряд ли, снизу вроде нет выхода, так что это не вариант. Так, ну давайте еще пробежимся теперь в другую сторону, я же там на развилке пошел сюда. Можно было побежать в другую сторону. А, я тут спрыгнул, да, вроде как. А, оп, чё, можно запрыгнуть, да? Не, выглядит как-то рискованно. Придется подняться в другом месте. Блин, значит, еще дальше. Так, вот вроде бы где-то тут развилка. Блин. Ладно. Не отгадал немножко. Че, опять все что ли оббегать? Печалька. И вот тут можно все-таки подняться. А, во.
Так, где я могу спуститься? Вот тут могу спуститься. Нет, там снизу уже явно вряд ли. Все, пришел, что ли? Ничего нету все-таки. Ой-ой-ой. Так, ладно, давайте-то тут пройдемся по другому краю. А, тут тоже полно тропинок. Ладно, показалось. Да ну, случайно соскочил. Вот тут непонятно что. Знаю, ну как бы в принципе, если чатик хочет, значит будет так. Блин. А. Это тут неспроста, мне кажется. По-любому неспроста. Довольно-таки опасный прыжок. Это что такое? Дискета топ секрет? Вот это поворот. Надо будет в комп вставить. Пророк, ты находил это? Интересно, посмотрим. Так, ну я так понимаю, это ради этого было только все, да? Ну ладно, где там этот отражатель уже искать? А то что-то сейчас совсем затянется все очень жестко. Есть секретная котейка. Чего? В той же локации, где и звезда?
Ладно, давайте вставим в комп дискету. Китон 1 АМГ. Это вот эта дискета топ секрет? Ну норм, чё. Это мне напомнило, знаете, что вроде, не помню, то ли это анекдот, то ли это случай из жизни, но, по-моему, всё-таки это реальный случай. Но, типа, ну, какая-то контора, офис, да, и, ну, там, девушка работает за компом, ну, и парни тоже там где-то, да, какие-то сисадмины и так далее. Ну, вот, и вот этого вот парня, который, ну, в принципе, так, шарит, да, в компах, ну, типа, девушка прибегает с дискетой, да, вот этой вот, ну, ну, вы поняли, с дискетой 3,5-дюймовой, говорит, блин, она, короче, испортилась, не читается, там очень важная инфа, ты можешь это достать как-то? Он говорит, ну блин, она как бы все, дискета сломалась, как бы, ну, данным там все, печалька. Вот, и типа говорит, ну насколько, ну типа вообще, да, важны данные? Говорит, да, вообще, ну прям мне нужны очень. Ну ладно, он, короче, там как-то каким-то заморочным способом, по-моему, переставил что ли то пластину саму дискеты в другой корпус или что-то такое. Короче, считал данные, но там, короче, оказалась иконка игры Sims. Ну типа она хотела игру перенести из дома в офис, ну вот она иконку переместила на дискету. Ну вот, я хотел поиграть на работе. Ну зато чувак прошарился, как читать данные с испорченных дискет. Так, а что-то, кстати, забыл, как я решал-то самую эту головоломку. Ну, по-моему, уже так не хватит, да? Или хватит? А, не, норм, хватит. Не знаю, в этой комнате, по-моему, ловить нечего. Тупо нечего. Ну, именно вот, по крайней мере, в той. Говорит, что-то тут надо искать. Ну, нифига себе. Ну, что тут можно найти, когда тут нечего искать? Привет, DMC. Привет, Виралко. В эту комнату никак другим путем не попасть. Я очень сомневаюсь, что тут можно как-то на крышу залезть. Да ладно, что я тут мог не найти? Да не, окей, ты меня это, видимо, просто в заблуждение вводишь. Тут же такого нету, чтобы какой-то микро какие-то загадки там, то есть тут, ну, все такое довольно четко обычно. Даже прыгание по стенам там, где на одной из локаций было, и то вполне себе четким. А, хочешь сказать, где-то стоит отражатель? Да ну нахрен.
пока не вижу. Блин, я не вижу. Тут я не могу запрыгнуть, я уже 100 раз пытался. Не на земле. Да нет, вроде нигде нет отражателя сверху. Либо я просто слепой. Такое тоже возможно. Да ладно, ну может быть тогда это, заспойлерим себе вот это вот решение и пойдем дальше. Ну просто как бы тоже не хотелось бы там на 100 стримов растягивать прохождение. Ну, нет смысла смотреть, ну согласен, конечно, но... Блин, говорю, как бы хочется вроде и собрать. И... Но и не затягивает на кучу-кучу стримов. Так, давайте не будем про концовку, ладно? Просто, ну, даже отдаленно. Давайте с внешней стороны посмотрим. Ну, 47 часов, ну это много достаточно. Нет, тут нет отражателей на крышах. А что еще может быть тут? На дереве отражатель может где-то висит. Ну это нет, уже бред какой-то пошел. Не, ну, блин, я сдаюсь. Лол. Ну хрен знает, ну серьезно. Тащи топор, руби деревья. Но его нельзя сюда принести. Нет тут кубика, тут еще нет кубика вообще, это ранняя локация, тут нет кубика. Тут только деактиваторы, которых нету вот именно в этой локации вообще ни одного. И отражатели с этими. И все, и больше ничего. Да ну серьезно, на деревьях? Да это же бред. Я даже в качестве бреда это отверг.
Лол? Не, ну... Там... Подожди... Мне показалось, что там отражатель стоит. Это, видно, графический баг какой-то просто был. А, да, это свет. Ну удаляй, но, блин, ну это я не знаю, как называется. Вот это жесть, блин. Да. Не, я бы это очень долго, мне кажется, искал бы. Так, а как мне его включить? Отсюда вот, наверное, да? Ну, пипец. Не, я говорю, я бы это, наверное, очень-очень долго бы искал. Пятый. Ну давайте пятый. Одну звездочку собрали, другую нет. А у АК, ты сам ее нашел эту звездочку или тоже подсмотрел? Так, что-то тут я не помню. Два куба. А, кажется, я помню. Все, я вспомнил ту звездочку, которая непонятно где вход. А, случайно заспойлерил. А ты как, ты вообще все звездочки в игре дособрал или что? Надо было кубик с собой забрать. А, лол, я думал, через кубик не достанет. Штуки три всего, но это, в принципе, круто. Как? Да как она задела? Ну...
Почему забор не опу... А, он же... Да, он же не опускается. Да ну, ну достали. Наконец-то. Вот, и тут... Вот тут вроде видно, да, звездочку? Да, вот. Я так и не понял, как вообще даже туда попасть. Я там не говорю даже, как деактивировать дверь, а просто как попасть вообще в ту локацию. Это вообще непонятно абсолютно. С другой стороны, я тогда еще даже мне в голову не приходило прыгать по заборам. Вроде как. Может это, может быть это можно? Перемахнуть. А, не, вряд ли. Ну там вот стена сплошная, я помню. То есть нормального входа туда тупо нет. Кстати, там какой-то провод виднеется. Как будто выключатель. Вы видите? Вон там провод идет. Вон он. Как-то это подозрительно довольно-таки. Этот кубик с собой не забрать никак. Вот вход как бы в эту локацию, но... Я не представляю, как его открыть. Через запор где-то, может быть. Хорошо, допустим, если бы мы могли на эту крышу попасть, да? Как мы на нее могли попасть? Через вот такие штуки, например. Если бы мы смогли на этот забор попасть. А как мы могли бы на этот забор попасть? Никак. Идея именно? Ну давай. Ну то есть ты не знаешь, как это взять, да? Ну именно... 100%. То есть ты не брал. Говори тогда. Я же говорю, те, кто не брал эти звездочки там, ну, не проходил игру или хотя бы не брал эти звездочки, то, конечно, высказывайте предположение. То есть вместе думать, это же норм абсолютно. Ну я понял, ту надо стену открыть, которая где звездочка, но... Но все равно мы что-то не можем попасть. А, два кубика... два кубика перенести. Я понял твою мысль.
мимо бомб. Но... Нет, на лестнице там скрип, то есть сразу ты перелазишь и все. Ну, то есть нельзя остановиться. Так, подожди, тут надо вот это, да, помню, активировать, чтобы бомба взорвалась. А, у нас есть кубик. Надо подумать насчет этого. Ну, сейчас мы вначале тут поделаем немножко дел, чтобы более свободно бегать. Так, тут что-нибудь есть такое интересное? Это мы читали? Вот туда надо сходить, я думаю, да? А мы же туда можем, да, пройти вроде? Нас не достанет пушка эта. А, здесь, по-моему, была первая звездочка, да? Если не ошибаюсь. Ну, тут нет нечего ловить, как бы мы и так отсюда можем выйти. А если тупо вот сюда кубик поставить? О, там что-то есть. По-моему, отражатель, да? А, стоп, а это что? А, ну это просто, короче, это вне локации, значит сюда точно нет. Вид от третьего лица? Лол? Как? И как это сделать? Опа. Лол, я вообще не знал, что так можно сделать. Какую кнопку ты нажал? А, H. Блин, а чё ж ты раньше? Где-то раньше-то был 7 стримов. О, жесть. Ну да, отражатель там стоит. Короче, не знаю, вроде как-то отсюда ничего не делается. Ну, я не играл в третьего Сэма, и вообще ни в какого.
Это The Talos Principle игра. Такой пазл. Может, мы отсюда чем-нибудь сможем тогда вынести? Управление? Блин, тут сейчас нельзя... А, нет, стоп, настройки. А зачем? Обычно просто в туториале все говорят. Вид от третьего лица, действительно. Ну просто обычно все говорят в туториале, зачем что в управление заходить? Ну и что мы можем с этим кубиком сделать? Сюда нет. Туда нет смысла. Это точно... А, кстати. А мы не можем как-нибудь реально перекинуть кубик, скажем, да, куда-нибудь туда? Было бы очень круто. Нам бы с двух кубиков там было бы в самый раз. Вроде не похоже. Так, а тут что? Странная комната какая-то. Пустая. А, там сигил, что ли, был? Ну, кубик, допустим, кубик, и что? Как-то он нам тут поможет? Нет, вроде нельзя. Вынести никуда. Как ты вот там вынесешь-то? Не понял. Почему-то Steam запустил. А, кто-то через Steam решил меня посмотреть, ну ок. А это что такое? Удаляй. Лол. Я же говорю, что-то провод там какой-то подозрительный. Так, допустим. Теперь нам нужно где-то красную взять. А, вон же она напротив.
О. Круто. Фух, да, заставляет напрячься. Хотя вроде бы казалось бы, да, не так уж и сложно. Так, шестая, одна звездочка. А, это как раз таки с этой гробницы, что ли? А, нет, там уже кубики были вроде. Или нет? Не, ну это что-то другое. Далекая дверь. Так, где тут звездочка-то валяется? Нет, тут сигил был, по всей видимости. Моя звездочка в другой комнате, видимо. Что за терминал пищит? Не понял. Там какой-то терминал пищит. Вон туда нам надо, да? Для чего этот? А, тут сигил, что ли, был? Я думаю, для чего дверь странная какая-то. Ага, вижу терминал. А, и звездочка, лол. Так. И как туда примерно попасть? Так, ну лестница это выход. Вон сверху туда спрыгивать надо. Бери топор, руби стену. А как нам попасть наверх? Как-то через эту локацию, да? Так, тут же кубиков еще не завезли, да? А, нет, стоп, кубики же уже завезли. Хорошо, если мы сможем вынести кубик из другой локации, мы сможем его сюда принести как-то? Я пока не вижу, вряд ли. Тут же своих кубиков, по-моему, нету. Да, я же говорю, нету.
Ладно, синюю мне вроде открывать особо не надо. А мы могли бы сюда принести только... Блин, кстати, блин, может быть на самом деле. А если бы у нас был один кубик, мы что, могли бы что-то с ним сделать? Ну туда вряд ли. Ну, запрыгнули бы мы этот забор, допустим. Прошлись бы по этому забору. И, допустим, вон туда, туда. И что там? Допустим, попали бы мы на этот забор. И что-то непонятно, там, по-моему, ничего нет. Так, значит, нелогично сюда куб пытаться принести. Вроде пока что. Или нам нужно как-то попасть вот на тот забор просто. Не обязательно даже с этой локации. Стоп, а тут что, нет никаких? Ну, я помню эту дурацкую локацию, комнату. Ну, тут вроде не... Фиг знает, вроде тут ни, ничего особо нету. Есть предположения какие-нибудь? Честно говоря, уже надо бы стрим заканчивать. Хочется быстрее найти и все. И освободиться на сегодня. Потому что иначе придется откладывать на другой стрим. А, ну отлично, Ксенрир, я приду посмотреть. Так что давайте, за полчаса все, находим. Нет, в смысле, звездочку мы нашли, находим путь к звездочке. Не, ну это чушь, это далеко, это не может быть. Я не вижу смысла туда нести кубик, а значит нужно не нести кубик, нужно как-то наверх забраться, походу. Давайте еще раз взглянем на звездочку. А, если бы у нас был кубик, мы бы вот сюда встали бы и перепрыгнули бы забор. Хорошо. Где мы можем взять кубик и вынести? Тут вообще есть хоть один кубик? В принципе. А, ну да, кстати. Тут нет кубика. Стоп, где видно-то? А, появляется надпись, да? Или что? Не, подожди, где видно, что в них что есть? Вроде не видно. Или тут? Нет.
Где надпись-то? Ну, короче, на этой надписи нету. Как, это тоже ничего? А, вот тут кубик есть. Тут кубик есть. Ну давайте найдем этот кубик для начала. Я уже не понял, как проходить локацию, что-то вообще. Вижу кубик. Ага, кубик есть. Так, и как нам этот кубик поможет выйти? А, я вспомнил, кстати, что это за локация. Надо его за забор как-то выбросить. Ну нельзя, это что-то высокий забор. А тут, кстати, что, тоже звездочка, что ли, была? Потому что сигил же вроде в другом месте. Или нет, или в этом. На крышу как-то, блин, наверное, надо забраться. Понятно. Блин. Что-то он быстро как-то меня отозвал. Так, ну возможно там что-то решение. Оттуда может куда-то прыгнуть можно. Так, кубик, ты где? А, может и на другую статую можно какую-нибудь, да, запрыгнуть? Ну давайте вначале на той посмотрим еще раз. Вначале были... Ясно, ясно, ясно. Так, мы можем на забор попасть. Кажется, в эту сторону надо. Похоже, что на тот забор надо. Ага, и фиг я туда-то прыгну. Допрыгнул. Кубик-то надо забрать. О.
вначале были. Да слова. Тихо, я понял. Слова были твои, да. Да, жесть. То он меня сбивает, ну чё он так быстро меня пытается возвратить? Ну это жесть. Ну, по крайней мере, путь вроде как найден. Так. Отлично. Аккуратненько. Яли были слова, и слова сотворили мир. Я есть слова. Слова это все. Там, где нет слов, нет и мира. Лишь в пустоту мироздания повторяю. Вначале были слова, и слова сотворили. Так, нам на крышу сейчас слова, или по камешкам нас спустят? Все. Хорошо, если даже на крышу, что потом? Там, по-моему, мы не запрыгнем. Слова — это все. Там, где нет слов, нет и мира. Ты не можешь идти дальше в пустоту мироздания. Повторяю. Ладно, давайте спрыгнем все-таки на крышу. Я так понимаю, туда он нас тоже не пустит. Ну а там мы явно не допрыгнем, ну. Ну хорошо, давайте сходим хоть, чтобы убедиться. А то может быть и не явно. Так, может надо поближе кубик поставить? Ну не. Ну, давай так, туда дальше можно пройти, вот где он говорит, или нет? Вот это можешь сказать. Просто да или нет. Оп. Понятно. Ну, значит, ну... Ну, короче, не туда, да, нам надо. Не туда. Ладно, ну пофигу, давай, короче, уже скажи, где мы сейчас быстренько звезду достанем и пойдем к Синриру. Ну или кто куда. Ну я думаю, тут можно догадаться, но просто сейчас, чтобы... Если у тебя получится, это будет ворон. Да не, вряд ли, но ты видишь, он там говорит то, что... Он говорит то, что все плохо. Может просто с другой статуей какой-нибудь. Ну, наверняка где-то там... Смысл-то ясен. Серьезно? Хочешь сказать, я тут зря вот тут вообще возился? Да ладно. Ну это что-то жесть какая-то.
Где его тут искать-то? Искать-то негде. Затравлено так, что просто азазис. Classical Philosophers LZ-19. Нет доступа к сжатому файлу. Описание. Обширная коллекция работ философов Древней Греции и Рима, снабжена комментариями. Ошибка. Алгоритм сжатия LZ-19 недоступен в системе и L0. ProgressRep3.eml. От кого? Александра Дренан. Кому? Список рассылки ИН. Тема. Отчет о ходе работы 3. Всем привет. Как и было оговорено на последней встрече, мы переходим на базу существующего игрового движка для создания симуляции. Это дает нам много преимуществ. Стабильность, простота использования. Движок модульный, легко дополняется. Множество уже готовых ассетов. Изначально нацелен на тестирование пользователей. Предназначен для итерационных процессов. После некоторых дискуссий мы решили использовать... вся соответствующая документация прилагается, Алекс. Так, а сколько тут в итоге мы не собрали? Так, это собрали. Это собрали. Ага, одна не собрали. Две. Две. Две штуки не собрали, но у нас тут уже есть. Я так понимаю, мы это можем уже собрать, да. И давайте тогда мы это соберем сейчас и после этого закончим. Пока не знаю, ставлю на бум. Не, как-то это, блин, неудачно. Так что ли, может? Нет, это тем более неудачно. Да ладно, ну час. Ну чё, вообще днище, да? Ну, блин, ну сейчас я соберу что-нибудь. Блин. Ну, изикаточка.
Посмотрим, если тут головоломки, то выключаем. Если тут понятно, все, выключаем. Ну что ж, тогда все, на сегодня хватит. На этом стрим заканчивается. Ну, вопросы, пожелания, замечания, предложения, как обычно, можно писать в чат. А сейчас Ксенрир будет стримить какую-то JRPG. Ну, я лично пойду смотреть, всех призываю тоже пойти посмотреть, кто хочет. Думал, там тортик, ну да, типа того. Ну, в общем, все, всем спасибо, что смотрели, всем пока.